Всем привет, добрый вечер. С вами Кузямба. И мы играем в игру в Control. Если вам понравится это видео, подписывайтесь, ставьте лайки. И не забывайте про комментарии. Приятного просмотра, ребята. В прошлом видео мы лазили в этом долбанном лабиринте. Вот. И я запутался, короче. Почитав немножечко, полазив, я понял, что, типа, эту миссию невозможно пройти, пока мы не выполним определенный ряд действий этого определенной миссии. Поэтому мы сейчас ищем брата Дарвина. Дарвина. Угу. Ой, что ты. Вот. И мы сейчас идем как раз непосредственно к нему. Комнату захвата, или как там называется по-другому, типа, ну. Так. Угу, да, нам сюда. Телефон прямой связи. Сектор, так, понятно, что это измененные предметы. Тюрьма строгого режима. Опасно. Хорошо. Так, тут мы сразу что-то нашли. Так. Материал. Блядь. Что тут? Вот тут еще что-то нашли. Исследователь в запасе. Полученные достижения. Архив бюро. Так. Простите. Так. Ну, сейчас он наш будет. Где он там? Ага. Так, здесь ничего нет, ничего нет. Блять! Ты чё? Попутал, что ли? Так вот ты будешь. Дерзкий прием. Вот, все, мы тебя теперь поборошаем. Так, это все? Ну да, как-то по-читерски мы поступили, сверху всех замочарили. Так. Что там, он туда? Но мы туда не... А, ну давай, иди. Я разрешаю. Защищай свою королеву. Так, сектор приз. И что мы там получим? Эндро эхо какой-то. Ух, ё. Блин, это телекинез. Не, ну все, идите, мочайте друг с другом. Я пока здесь еще побегаю. Ну что, что найду? Что кого? Что по семкам? А книжки поломаю тут. Так, а нам куда надо, кстати?
Ну, кстати, тут тоже что-то есть. Нифига у вас там. Нахрен. Где? Кто меня посмел? Даблкилл. О, я немножко так. Вот мы еще нашли новую лазейку. Сразу бы, если бы до этого нашли бы ее, блин, мы... Нет. Не нашли мы ее в самом начале. Так, мы на вас... У нас есть? Способность там новая? Нет. Способность. Два только, да? Вот, уран от метания. Я хочу... Блин, три. Три. Так, что у нас тут? Новое оружие. Улучшение кому... Улучшить осколки и кумулятив. Кумулятив. Это как француз. Кумулятив алимацию. Астральный след. Еще один надо. Так. Ага. Нам туда надо. Ну, кстати, тут еще... Ну и еще там что-то, но нам надо туда. Это я уже понял. Чтобы мы смогли этого брата найти, короче. И ни на что не отвлекаться. Тупо... А, ну ладно. Так, а там что такое? Дверь выломана. А, мы здесь... Нет, мы не здесь были только что. Горовиц. Ага, мне помогут. Чё там, давай. Я здесь. Что с вами случилось? Ты попал в передрягу. Я Горовиц. Я... Вы в порядке? Не смотрите на меня так. Я в порядке. Там, вы должны его вытащить. Кто Вайлз? Такой Уайлз? Мой товарищ. Для часов. Так, бюро много лет назад из-за часов. За предметами внутри, но так как они вели себя. Мы... Так, понятно. Угу. Он шел прямо за мной, но так как не появился на этой стороне. Ого, сначала необходимо найти медика. У вас медик. А, пожалуйста, вытащите его оттуда. Хорошо. Но я вернусь за вами. Они придут вам к часам. За нас соприкосновение. Все понятно, давай. Еще раз. И мы опять в гостинице. Закрыто, как всегда. Так. Ага. Так, это что у нас? А до какого у нас времени?
Так, нихуя не понял. С этими часами. Да. 9 часов. Ну да, посмотрим, попробуем. Так, это до какого времени? Ага. Да, я понял. Давай. Да? А, нет, большая стрелка должна быть это. Еще раз. Тебе надо успеть. Есть. И так, большая стрелка на 6 часов. А нет, на 4 часа. Нет, на 5. На 5, а это на 8. Все понятно. Большая стрелка на 5. Е. И чё? А, нихуя. Ключики? Ну да. А чё мы за это получаем что-то? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Такой. Это никто не базарит, нет? Черный квадрат Малевича. Еще раз. И... Это у вас должен быть неподалеку. Ого! Мы как... Телепортировались, конечно, да. Угу. Вот тут видно, что должны быть часы, которые они говорили. Ага, тут все завалено, да? Так. Не надо умирать. О-о-о. Чё, блядь? Блядь, попутал, что ли? Так, всё, он наш. Всё, ништяковски, давай мы это зачистим. Сейчас босс будет. По-любому босс. А, нет. Да и бумба. Просто это как зашибись, только бум... Ну, типа... С матом. Мы не ругаемся. Так, о. О, повышение здоровья. Зашибись. Вот это вообще ништяк. Вожурим. Так, опять у нас ничего нету, да? Вообще ничего. Не этот, не... Так, ну... Так, это мы тогда тоже убираем. Убираем. Да уж. Активы. Миссия. Вот это у нас новое что-то там. Это тоже новое. И тут два новых этих. Лабиринт пепельницы, только можно. Так. И чё?
Вам туда? Больше нигде ничего нету. Черт. Алло. О, появился. Так, X. Are you Ross? Friend asked. Horowitz. Да, я остался помочь другим. Я у нас работа хреновенько. Вы попытались. Это достаточно. Горовиц, нужна ваша помощь. Как отсюда выбраться? Вернуть через зону соприкосновения. По пути можно поискать других выживших. Но нам лучше поторопиться. Куда? Следуйте за кровью. Поехали. А, ты не, да? Ну ладно, давай. Не. Я вообще-то директор, ты чё мне указываешь? Let's go! Как ты имеешь право? Вася Пупкин, о, шестой уровень. Прекрасно. У него шестой уровень. Что за часами? За нас прикосновение. Да. Ага, действует еще силы заявления, чьими старыми часами начали воспроизводиться. Телефон офис заброшен, все основания заполнены часами. Извиняюсь, я налью себе попить. Так, возобновить. Ну, поехали. Так. Мать вашу. Погнали. Ну чё, блин, вообще что ли? Давай. А чё у вас так этот? Ну. Понятно, здесь нам не пройти. Не пройти и не проехать. И все уже исчезли, да? Так, когда мы будем летать? Я хочу, нам, видимо, ты там пройдешь? Закрыто. Можно найти другой обход. Тут... дай посмотреть. Да ты капитан очевидность. Вот, смотри. Я не удивлен, что это все придумано вот так. А, значит, мы... якорем, да. Так, но сила, которой обладала эта штука, я никогда не видел бы подобного. Так, тут все запечатано. О. Тюм. Так. Вот. Ну, давай. Что у нас тут? Так, ну да. Черт. Не выбрался. Блин, там запечатано. Ну как ведь, можно попасть туда, да? Вот, там что-то у нас есть. А, там радио. Радио.
Давай. Есть контакт. Да, блядь. Есть контакт. Так. Черт. Один союзник умер. Так, надо нам теперь наверх как-то. Так, здесь у нас ничего нету, да? Так, ну по-любому сейчас бываем. Есть. Еще один союзник. Пошли, жара. Что ли? Тихо, 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 тихо. Да вы такие, чё такие эти? Где там? Только вот так, что ли, можно его? Чтобы он не... Есть контакт. Так. Чё, уже обратно надо бежать? Ну давай, блядь. Так, всё. Так, сейчас мы туда всякие эти пилюшки, плюшечки, кушечки подберем. Ёпт. Так, а там что у нас? А, да. Что-то там. Нужно разобраться с этим. Вот. Так, понятно, здесь нихуя ничего не видно. И здесь нихуя ничего не видно. Ну, понятно. Так, нам нужно его закрыть. Что надо? Кого закрыть-то? Так. О, что-то нашли. Ну, давай, 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 давай. Ну, нет. Я теперь нам надо наверх. Потому что вот здесь ничего нету. Я уже тут посмотрел. Так. Ой, еще нашли что-то. Так, ништяк, эхо. Блин, часов тут много. Так, еще что-то нашли. А, дела. Холодильник. Что, холодильник? Так. Так, ну мы здесь все, видимо, зачистили, теперь нам надо. Так, а куда нам надо? Обратно? Или что? Я не пойму. Я запутался. Ну давай, пошли обратно. Потому что он сказал, вернуться надо, по-моему. Так, давай вернемся. Тачка закрыта, зона соприкосновения. Так. Тут ничего нету, да? Так, и... Так, куда нам надо идти-то? Ряд закрыт с точки соприкосновения. Ладно.
Так. Угу. И... Но мы сюда телепортировались. Да, мы вот здесь оказались. Так. Такой директор может, да, телепортироваться? Так, давайте посмотрим. Угу. Так, и... Так, ну у него плюс 6 уровня доступа. А, ну мы там уже не надо нам лазить, просто напрямки. Блин, вот это, вот минус вот этой тупости, что непонятно, что делать. Как нам, типа... Куда дальше? Вот мы сейчас их зал закрытой зоны соприкосновения. А когда стало ясно, что мы можем использовать... Угу. А тут свет горит. Хороший туалет. Это было смело. Я медик. Это моя работа. My job. My job. My job is here. I'm hot. Захват точку. Так. Так. Еще нам это. О, эффективно обслуживание узла ИСов. Нет, нам не надо это. Что мы там получили? Вот это можно сломать. Вот это можно сломать. Угу. Энергостоимость уклонения. Минус 15, минус 13. 13 мы уберем. 57, 58. Это тоже можно убрать. Энергия плюс 9. Энергия. У нас плюс энергия плюс 11. Так. Обслуживание узлы ИСов. Перейдите к энергоустановке. Эк. Блядь, серьезно. Мы еще тут не выполнили миссию. Мы пошли, вошли из зоны. Есть контакт. Чё, ты всё? А, ты уже... Давай, пошли. Русичка. За мной. Угу. О, блядь. Да, 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 да. Пиродактиль, блин, хренов. Блин, ну вот это... Я бы сроду не догадался, что надо поэтому ну, вот лезть. Вот. Ну, я не смотрел, но я догадался. Вот. У меня просто внутреннее чутье подсказывает, что... Ох ты. Ты
чего, блядь? Давай, нига. Я не расист. И наклонности не как-то не это. Может, мне дадут что-то там? 6 уровень, мне дадут 6 уровень. Мне могут дать 6 уровень. Все, ништяк. Команд. Ага. Этим делом. Так, с другой логистики. Так, это значит мы. Ага, вот сюда. Этого чувака. Где чувак? Чувак. Так, подожди, мы здесь вот. А где мы его нашли? Я не помню, кстати. Ау. Поехали. Давай, да. Вопрос. Ну давай. А, точно, да. Ну, вот, да, есть такое. Hold on. Стой. С ним что-то не так. Черт. Горец. О боже, нет. Ох ты, блядь. Ёбаный Жора. И тут... Блядь. Бля, ты какой-то босс нахрен, ей-богу. Давай, бля, ты чё, бля? Вот, потихонечку сейчас мы тебе забудем. О, ё. Как так ты, ёбаный в рот? Ну, у меня вообще с 2 ударов начал, короче, надо было от него отойти. А этот почему не помогает? Какой-то кошмар. Вообще, причем. Он мне начал лупасить, как не знаю кто. Так, вот. Я извиняюсь. Так. Вот опять началась загрузка медленно. После вот пару перемещений загрузка начинается медленнее. Я понял, что мы должны сейчас получим 6 уровень сектора, потому что, наверное, этого негра убьют, и мы получим. Это скорее всего. Это первое. Второе. Он на телекинез очень слабый. То есть мы его просто сносим телекинезом прям жестко. Ёшки-кушки. Ну, понятно. Еще здесь надо сохранять. О, переэтовать.
Сложно. Очень все сложно. Ну что ж, давай погнали. Ой, давай, где там? Let's go. Давай, пупсичек мой. Сладенький ты мой. Возьми меня с собой. Там в краю далеком буду тебе женой. Стой. С ним что-то не так. Черт. А можно он что ли от него, да? Сдохни, сука. О, боже, нет. Все, погнали. Есть контакт. Я говорю, он на эти вообще слаб. Так, где он? Так, здесь он не проходит. Ты чё, блядь, серьезно думал, что... Не, нихуя. Мы тебе... Давай. Тихо. Давай, иди сюда. Блядь, он устанавливает эту. Перезарядка. Да бля, ты чё заныкался-то? Блять, это пизда нахуй. Где ты там? Ну. Так вот. Так. Ты чё, блин, попутал, что ли? Вот. Нифига. Чё это? Что это? Ты чё, блядь? Капец ты вообще, блин. Надо было убедиться, что это в порядке. Вот там тоже что-то мы нашли. Ай да какой-то лютый вообще. Вот. Криндец. Угу. Блять. Я сожалею о вашем друге. Спасибо. Это, так, пришло за мной. Верно, был поврежден в зоне. Парень никогда не сдавался. Так, изменение предмет, якорь все еще запер в часах. Предмет нужно изолировать, да только он вернется к... Надо вернуться. Иди в сектор управления Уэллс. Им пригодится медик. Спасибо, директор. Посмотри, что я могу там сделать. Ага, вопрос времени, враг внутри, новая миссия. Так.
Что за... Так, жечь это... Мой брат-хранитель из... Так. Так. Понятно. Но у нас тут новая, новая пленочка. Снаряжение. Что у нас из снаряжения? Урон в вражеском броне. Урон в вражеской броне. Ну вот тут, ну, блин, я хрен его знает. Ну, так-то нифига. Ладушки. Так. Пошли-ка мы нахрен отсюда. Я тут верну игру, чтобы посмотреть. Сейчас мы дойдем до сохраненки, чтобы способность улучшить, которую непосредственно я могу двоих захватывать. Это очень удобная способность. Вот. И следующая миссия мы будем выполнять завтра. Всем, кому понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте про колокольчики и комментарии. И всем пока.